Я вспомню, в чем суть нашего конкурса. Бросаем бумажки, ничего страшного. Итак, наш конкурс называется «Современный герой». Ваша цель в том, чтобы озвучить аниме персонажа и что он мог бы сделать для нашего современного общества хорошего. Чем бы он мог помочь в нашем современном мире? Ну, Ван Панчман, допустим, мог убить нехороших людей. Это вот вам маленькая... Затравочка, да. Да. Итак, приступим. Солнышко пойдет слева, я справа. Готовы? Итак, я начну. Господи, Ван Панчман, о любом аниме-персонаже, о любом, вы хоть одно аниме смотрели? Вот, придумайте, что бы они могли сделать в нашем современном мире хорошим. Ну, если, ну, кроме аниме, что-нибудь, ну, давай. Аватар, не, ну, нет, аватар, можно по аватару. Аватар мог бы столкнуть Супергрус Эвергрин и освободить Суэцкий канал. А будет смертный, по идее, мол. По-моему, отлично просто. Так, давай теперь ты. Я думаю, что Татьяна может его наградить. Кодзи Ома стал бы прекрасным президентом. А какой аниме? Данганронпа. Ага, все, я понял. Хорошо. Итак, ты. Гуррен Лаганн, надеюсь, даже мог пронзить небеса. То есть он мог бы стать... И очистить наше небо. Он мог бурить... Нефтяные скважины, получается, или что? Нет, экологически чистить, да, нашу природу. Что может он мог сделать? Разогнать тучи, чтобы быстрее не снабжило. Ну, как вариант, пожалуйста, да. Я думаю, что кто-то следующий должен сказать, кто расчистит снег. Так, ну что, готовы? Давай. Темный дворецкий. И что бы он сделал? Он может делать все, что угодно. Нет, а что конкретно бы он сделал? Сделал бы мир лучше как. Ну как? Хорошо. Нет, он бы чистил снег, ладно. Зачистку снега себе. Демон, да? Высший демон? Он такой, ну, как бы, почищка я снег. Ну, почему бы и нет, да? То есть ей же нужно пройти с ним, только не по этой грязи. Наруто, Нагата. Я думал, он бы сделал мир светлым. Ну, фил по-философски, я считаю. Отлично, ты должен сделать мир лучше, чистить снег. Аниме «Милый во Франксе» 02, она бы могла сеять любовь и немножко платить. Хорошая. Ну, держи. Кстати, то, что мы вам даем, это официальная валюта нашего фестиваля, йены. 50 йен равно 50 рублям. В нашем фестивале, это наш такой курс обменный, вы можете потратить их на столики Занзара. Наруто мог быть идеальным волонтером, он один бы совсем справился. Идеально, я считаю. Мне кажется, Наруто просто мог бы свои эпичные фесты проводить. Для себя одного. Ну, тетрадь смерти Ягами Лайт, он бы мог купить экзофилов, педофилов. Всех плохих злодеев и все остальное, да. Жестоко, но справедливо даже. Обидно всем упахаться. О, да. Подожди, но этим занималась только Шамон. Да. Она бог войны, но там Эбису. Эбису нас мог бы словить на богатство. Она бог войны. Она бы нас благословила на кровопролитную войну или что? Хорошо, но нас бы благословили всех на богатство, отлично. Так, давай. Теперь все хорошо. Почему? Потому что я здесь, Мидори, и я очищу ваш пляж от лица. Вот, он может очистить, да? Вот это я понимаю волонтерство, да, скажу далее. Так. Давайте еще один кружок, наверное, сделаем, да? Да, нет, давайте сейчас, кто уже реально кого-то интересного придумал. Да, давайте теперь на самую лучшую. Человек, который шарит.
Лягушек из выдающихся зверей. Он мог бы по запаху вычислять людей с болезнью ковидом. По ним заразят посвящение. Слушайте, ну это прям... У него было много работы. Практическое точка зрения, ну да, да, по идее, да. У кого есть еще варианты? Прям на победу типа, давай. Но он мог бы отстроить. Или мы бы ему могли отстроить. Мы своими силами. Это было бы мы хорошие, он так себя. Так, еще у кого есть варианты? Давай. Благословение небожителя мусорный ГГ мог бы убрать. Мусорный ГГ мог бы убрать весь мусор? Да, он же бог мусорок. Ну хорошо, хорошо. Пошли в экологические проблемы, отлично. Дальше что? Давайте еще есть у кого-нибудь варианты? Давай. Да, есть. Очень бы создал музей бабочек. Тоже неплохо? Неплохо, неплохо. Бездомный бог, я-то, он бы мог заниматься волонтерством. Чтобы заработать, наконец-то, стена храм, да? Хотя, мне кажется, он так занимается волонтерством, и никто не платит, он такой офигенный. Это вообще ваше любимое аниме, да? Что это такое, почему приятно? Ну, я-то... Это мое любимое аниме. Звучит небогато. Кто еще? Еще есть вариант? Давай, 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 твой вариант. Пика мог бы создать свой завод молочного. И что, он бесплатно его раздавал? Я бы на такое подписалась. Давайте, давайте. Нелегкая же Мисаки Кусуо, и сам Мисаки Кусуо мог бы победить всех, кого мог. Ну, возможно. Знаете, я не смотрел. Я тоже. Нет, но помирить всех, кого смог, это тоже неплохо. Люди в ссоре. Этот видео, понимал кто-то. Кто-то поднимал руку. Ну, да? Вот это так следительно, типа, я тут. Канжеро, он бы мог решать демонов и делать. О, да. Ну, это нам с тобой, Солушка, придется, ну, слушай, от него получить какое-то. Перевоскрешаться, чтобы стать доброй. Я не настолько злая. Мы, конечно, демоны, но не злые. Да, мы же дружественные якая. Итак. Давайте выберем самый, наверное, понравившийся вариант. Ты что-то придумала? А, ты придумала, давай. Это же самое аниме. Рюк, он мог создавать нормальные тетради, не то, что вот эти цифры, нет, даже писать какие-то. Тетради жизни он мог бы создавать, а не смерть. Это хорошо. Звучит как мама какая-то новая. Тетради жизни. Да. Итак. Может быть, выберем, давайте, кого-нибудь... Кто запал в наши сердца. Да. Давайте вы выберете. Да, сидите, разленились там, не вышли на сцену такие, да, конечно. Да. Давай, какие у тебя варианты были? Ладно. Давайте будем голосовать просто по очереди. За каждого вы должны будете поаплодировать, а мы на звук будем решать, кто же у нас победил. Итак, первый участник с той стороны. С Гуру Магнами. Так, с этой стороны девочка. Да, пожалуйста, выходите вперед, когда вас называют. Так, молодой человек. Я тяжело вспоминаю то, что придумал. Да, я тоже не очень, у нас память не такая на 2000 лет. Аплодисменты! Богу попить, когда мы называем. Итак, НИТ. А мы уже фанаты. Так. С песном Наруто НИТ. А, ну два и я, то давайте как-то это, живее, давайте, следующий. Ага, вот, вижу фанатская база, ага, ладно. Девочка с тетрадью жизни. Отлично. Так, и аплодисменты ей, если честно, что было. За 2000 лет нам с Солушкой отбила память, как настолько. Мне кажется, нам кто-то стер память за это время. А, у меня был Мидория, который убирает мусор. О, да, кстати. Отличный. У нас мусор мог убирать, конечно. Герой аниме, отлично убирает мусор. И я прошу вас всех им очень хорошо поаплодировать. Они решили это вышли, они сделали это. Я думаю, что у нас человек, очищающий океан и пляжи, победил. И получает маленький сладкий подарок. Аплодисменты! Спасибо вам всем! Ходите в зал! За участие, да!
Можете, да, обратно выходить в зал, мы больше потревожим. Вот круто.